В заброшенное общежитие на улице Красной Звезды снова открыт доступ. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения Народного фронта. Окна заложили бетонными блоками, но один проем разобрали, и сейчас в здание можно забраться, говорится в сообщении. Напомним, летом в заброшенном общежитии играли толпы детей, подвергая свою жизнь опасности. В публикации отмечено, что на сегодня ситуация обстоит следующим образом. Начальник эксплуатирующей организации получил представление прокуратуры об устранении нарушений закона. Власти города дополнительно обратились в полицию с целью усиления патрулирования территории. Власти края также просят Минобороны передать здание краю для размещения в нем студентов. Народный фронт повторно обратится в прокуратуру. Ранее сообщалось, что в октябре этого года в этом общежитии произошел пожар.